друзья, она там обзор пришло время запилить на YouTube. Пора, нахер вам подзачитывать вам рэп, по возможности кандидата Кремля выбрали нас. Еще не однозначно, пока она пришла, пора рассказать по тем, кто скоро будет вещать из каждого утюга. На первом месте у меня кандидата, которого не допустит везде никогда, но пора, потому что сладка, она там никогда сильна. И лично я хочу убедительно, Алексей, давай очки-то набирай, поскорей, почему ты сливай. Второе место, это вам не телетелетенка, дом 2 для нее, это самое место. Она хочет быть императрицей Силосички, у тебя да ума, господина Свена, но есть нюанс для тех, кто не любит ренессансы для широких ума, телеканал «Золото», Баранов, который был начальником самого Владимира Владимировича, и даже после смерти своего отца, в роскоши, она сполна, благодаря ей подкрадет вахту в качестве президента, нам нужна. Третье место, Катя Гарсон, пусть она никакой не путинский гаунтон, самолет и нафтенность страны, строго, значит, будь готов, ты, я бы ее расслабил, выбудно поцеловал, потому что мой папа был без конца, влиян для нашего отца, для моего родителя. Тема была одна из покон веков. Это наркота. Четвертое место. Оно старикам дано. Деменский, Желанский, Зюганов. Кто там выйти еще? Молодые в партии не светит ничего. У каждого есть своя экономическая программа. Но для страны она неосуществима. Все это было еще тогда, когда моя мать училась, даже еще не была. Кто-то выучилась она. И целый развалился, друзья. Либеральные 500 тысяч ее советов, как эти люди, совершенно для моей матери. Не важна эта экономическая программа, когда она родила путинская ядра. Пятое место, заканчивая, друзья. Стройки века, деньги собрали, сам больше побывал. Отмахнувшись от отца и деньги, закрепая дофига по-русски, его имя он может послать, он может вам откровенно на голову насрать, но и мой личный выбор в конце Елена Беркова, она меня отшлёпает, а-та-та. Безусловно, будем главным кандидатом на законы за холода Кремля, Крым не ваш, а наш, это было всегда.